Отвлечься от трудовых будней и приблизить новогоднее настроение в спортивном режиме. Такую возможность получили сотрудники компании «Фортум», для которых было организовано массовое катание. Вишенкой на торте стала товарищеская встреча с хоккеистами тюменского «Рубина», которые, помимо всего прочего, провели мастер-класс для подрастающего поколения. Очень клево. Я на коньках не так давно катаюсь, давно не катался, хорошо так попробовать. Я упала. Ну ничего страшного, все падают, поделишь? Нравится очень. Что больше всего интересно? Само катание. Катание с хоккеистами. В роли учителя тяжело, конечно. Ну ничего, так примерно ты понимаешь, что даешь там детям, рассказываешь им. Как бы ничего сложного нет. Хоккейный клуб «Рубин» приходил к нам на станцию, значит, там с атрибутикой своей переговорили. И лучшие наши знатоки клуба «Рубин» были награждены там формой, там шарфиками. Ну, как бы вот так интересно. Конечно, это интересно, это отдыхает люди. Желающих бросить вызов мастерам набралось достаточно. Хоккей в «Фортуме» на деле любят не меньше, чем на словах. А потому служащим даже пришлось пройти собственное сито отбора. Это не миф, у нас очень много сотрудников, которые раньше, ну, в юности, можно сказать, занимались кто-то профессиональным, кто-то любительским хоккеем. То есть им сейчас приятно вспомнить молодость, как бы выйти с «Рубином» поиграть. Желающих было много, но набрали как бы 20 человек, в запасе 2 было. Я думаю, в следующем раз будет уже отбор конкретный. Ну да, на самом деле очень приятно, то, что пришли много людей, было интересно играть. И команда-то не слабая была, счет на табло, 5-5 закончили. Все молодцы, всем спасибо. Приятные ощущения, эмоции, все как бы на уровне.